входа за перекресточком. После сигнала светофора справа остановимся. Скажите, пожалуйста, будете стоять тренировка на месте? Нет, тогда в отношении вас будет составлен административный материал, и к нему будет выписано требование об устранении административного нарушения и впредь его неповторения. То есть в течение 10 дней вам необходимо будет устранить данную пленку с поверхности боковых стекол. Если через 10 дней на 11 день вас остановят, то у вас будет пленка, вас замерят до статьи 19.3 и, собственно, до 15 суток ареста, либо 1000 рублей штраф по вынесению суда, естественно. Да, расскажите, почему тонируетесь? Для чего тонируетесь вы? Да иногда с женой, ей же не нравится, как смотрят. Или же там ты идешь, ну, смотришь там без настроения, еще что-нибудь. И народ вот так смотрит, прям, как будто людей не видит. Так, и также устранять будете с поверхности пленки? Да. Не будете. То есть не будете. Но вы будете или нет? Вы не умеете, значит не будете, правильно? Вы сможете снять так, чтобы клей не остался? Я еще вы будете снимать или требования? Я спросил у вас. Мне... Я не смогу снять, чтобы клей не остался. Я у вас спрошу. Требования или снимать? Три часа будете ждать пока? Да. Ну, условно. Не, я сниму. Давайте я сниму, вы мне проверите документы, я поехал, вы меня задержите. Еще раз, я вас задержу, я вам сейчас пытаюсь замерить. Вот, давайте я сейчас сниму, все. На месте будете хранить? Да, на месте, да, без замера. Хранять. Что, вам денег не платят, что ли, так рисуете сейчас? Что вы еще раз говорите? Что, не мне так сказал? Я не расслышал. Вы не хамите, уважаемый. Я не хамил. Вот именно, документы вы мне передайте сначала для проверки, вы так и не передали мне. Проехал. Скажи, чем вы занимаетесь на происшествии? Я? Да. Я же на тротуаре сейчас. Но она до этого машина стояла после происшествия на различной полосе. Что там компании делали? Фотографии. Фотографии? А почему нельзя было для этого сделать как какое-то более доступное место, где разрешена остановка? Где это не запрещено прямо на дорожном движении? Потому что мы по жизни кайфарики. А вы еще устраиваете такое посреди дороги? Вот. Да? Собственно, два штрафа, один за тонировку, второй штраф за нахождение на проезжей части без цели его перехода. И, собственно, можно и добавить третий штраф за...